Привет! Вы на канале «Виноголик». Я Света Аберман. Сегодня мы с вами находимся на заводе шампанских вин «Новый Свет», основанном князем Львом Сергеевичем Голицыным в 1878 году. Протяженность подвалов, построенных Львом Сергеевичем Голицыным для хранения вина, достигала около 3 километров, и по сей день они используются по назначению. Прошли по тропе Голицына и оказались в гроте Шаляпина, где, по легенде, которую рассказывают местные жители, Федор Иванович давал свой концерт. Здесь Лев Сергеевич встречал своих самых дорогих гостей, в том числе и императорскую семью. Николай II посетил это место в 1912 году и принял винодельческое имение в дар от князя Голицына. Медали, награды, высокие оценки мировых экспертов – это уже добрая традиция для шампанских вин Нового Света, положенная еще Львом Голицыным в 1900 году, когда шампанское «Парадиза» выиграло гран-при на конкурсе в Париже. А шампанское, которое я пью сейчас, получило золотую медаль на конкурсе черноморских вин в Болгарии в июне 2018 года.